Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такой вопрос. Вот Киев Раду в Украине скоро объявят начало выборов в местные советы. Местные, там поселковые, районные, там областные, разные рады. И в нашу Киевскую городскую администрацию, мэрию. Но что я хотел сказать? Хотел сказать то, что баллотируются и претендуют, и уже развешивают свои бигборды, рекламные щиты, заказывают. Уже в полную начала появляться политическая реклама. Вкладываются огромные деньги в рекламу различных кандидатов, которые мне напоминают сброд. Сброд блатных и шайку нищих. Вот так хотелось выразиться в их отношении. Кого только нету. Начиная от Попова, который был главой администрации при Януковиче, заканчивая, я думаю, самим этим Омельченко. Кто только не хочет влезть поближе к городскому бюджету, городскому корыту, так сказать. Такая сложная работа и трудная, и такой бедный бюджет, что нужно выкручиваться. Что нету отбоя от претендентов на пост. Как только останутся, победят какие-то там выборы и тому подобное, так сразу говорят, что у нас нету там возможности или что-то подобное. А как только претендует, так нету отбоя у них от кандидатов. Так что нужно думать, за кого голосовать. Большая часть этих людей представляет какой-то олигархический клан, олигархическую систему, которых нельзя ни в коем случае поддерживать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Высказывайте свое мнение в комментариях.